Накануне дочери актера исполнился один год, в феврале прошлого года стало известно, что Эммануил Виторган вновь стал отцом. Несмотря на его преклонный возраст, у него родилась дочка. Артист и его жена Ирина уверяли общественность, что супруга актера родила дочку сама, но поклонники и знакомые пары мало в это верят, так как никто не видел Ирину в положении. Многие уверены, что девочка родилась благодаря суррогатной матери. Накануне семейство отмечало первый день рождения юной Этель, которой исполнился ровно год. В честь праздника Эммануил выложил в сеть фотографию малышки и трогательно обратился к ней. Виторган не скрывает, что позднее отцовство сделало его очень счастливым. «Нам один годик», — подписал кадр с малышкой 79-летний актер. В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали девочке расти красивой и здоровой и радовать родителей. Также подписчики отмечают, что Этель очень похожа на своих родителей. «Сладкая прелесть, какая кукла! Счастье тебе! Копия папы и глаза мамы, боже, какой ангел!» — пишут в комментариях восхищенные поклонники.